Мы иногда привыкаем к чудесам Божьим и не считаем их за чудеса. Мы спокойно встаем утром, и солнышко всходит. А если не взошло, то где-то тучки, а мы знаем, что все равно уже посветлело. Кого-то удивляет утро, что расцветает. Вот если бы утром не расцвело, если было уже 10-11, а звезды видим сверху, и полная тьма, вот тут бы мы затрепетали бы. Чудеса. Вы знаете, Бог столько совершал чудес. В 55-м псалме, одно из самых моих любимых мест в Библии. В одно очень тяжелое для меня время, я переживал большие переживания, и этот псалом, и стих из этого псалма 55-го, он, Бог меня очень ободрил, и поэтому стал одним из моих любимых. Там так написано. «У тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге лени твоей». И вот через этот стих ты понимаешь, каждый из нас понимает, как близок к нам Бог. «Исчислены скитания мои». А вы все свои скитания помните? Я не помню. «Положи слезы мои в сосуд у тебя». Обычно, когда видят слезы, подходят, и если это ребенок, вытирают слезы. Или дадут, вот бывает, заплачет кто-то там в церкви, или что, смотрю, ему салфеточку или платочек, на, вытри. А Бог говорит, не надо вытирать. Я считаю эти слезы. Они в моем сосуде хранятся. Хранит Бог наши слезы. Имена наши в книге Его. Все переживания наши записываются Господом. Вы кто-то записываете свои переживания? Сколько человек нужно иметь около себя, чтобы все это записывать? Я помню, после одного общения молодежного подошла ко мне одна сестра с такой тетрадочкой, толстой такой, и говорит, я хочу поговорить с вами. Давай, расскажи, что у тебя, сестричка, нужно. Она говорит, вот это моя тетрадь, я в ней записываю все несправедливости, которые я переживаю в жизни. Кто меня обижает, кто меня не оценил, кто меня унизил, кто меня предал. Я все записываю сюда. Она уже заканчивается, я буду следующую начинать уже. Но у меня вопрос, говорит, не в этом. Я верю, что я приду к Господу. Как вы мне подскажете, я смогу ее с собой взять? Я об этом молюсь, чтобы когда я уходить буду с этой земли, как-то Бог бы чудным образом, чтобы я с этой тетрадкой пришла ко Христу. И там я ему все открою и прочитаю эту всю несправедливость, как со мной поступают в жизни люди, как близкие предают, как меня не понимают, как меня не ценят, как меня не любят. Я говорю, ну, сестричка, наверное, разочаровать вас должен. Если все мы с тетрадями туда придем, а у нас у всех есть что записать. Это во-первых. Во-вторых, всего все равно не запишешь. Но самое главное, я говорю, знаешь, что я тебе скажу? И для меня это тоже ответ. И может, и для вас будет. Когда мы придем к Господу, Христос говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Когда мы увидим Господа, нам стыдно станет, что мы обижались за то, через что, проводя Господь нас, привел в небо. Эти люди, которые нас огорчают, обижают, через это Бог очищает наше сердце. Фома тоже говорил, пока я не просто увижу Христа воскресшего, пока пальцы свои не вставлю в Его раны, я не поверю. Христос воскресший подходит и говорит Фоме, Фома, подойди сюда, давай руку свою, давай палец твой, вставляй в мои раны, ты говорил. Он стал это делать. Он сделал то, братья и сестры, что сделаем мы, придя к Господу. Он, наверное, заплакал и говорит, Господь мой, Бог мой, поклонился ему. Мы думаем, что мы в этой жизни, страдая, переживая, нам столько будет вечности времени рассказывать Богу про все про это. Я думаю, нам стыдно будет про все это рассказывать, потому что мы увидим обратную сторону наших переживаний. Мы увидим в этом благословение. Многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божие. Скорби очищают нашу душу. Мы просим у Бога терпения, а Бог говорит как в Слове Своем. От скорби происходит терпение. Братья и сестры, когда мы по-настоящему в нашей жизни молимся искренне и вот так общаемся с Богом, что просто вот как бывает в молитве, один раз, я помню, вот молился, и я настолько ощущал присутствие Бога, я думал, сейчас локтем поведу и задену Бога, Он стоит рядом, я реально его ощущал, Его присутствие. У вас тоже это бывает, я уверен. Это все через скорби, ведь в скорбях, в страданиях усиливается наша молитва. Мы понимаем, Бог нам нужен, только Он. И Бог проявляет свои чудеса в нашей жизни. И это действительно так. Бог много проявлял чудес во времена гонений. Очень много. Весь этот путь, он переполнен чудесами Божьими. И мы вошли в это чудо, потому что Бог наш
Бог чудес. Я помню, как папа последний срок, особенно тяжело у него был, это 81-86 год. У нас так еще случилось, что в 80-м году умирает мама, ей было всего 56 лет, она болела, у нее рак был. Она умирает, папа на нелегальном, вы можете представить, его дома нет. Я только женился, буквально там 3-4-5 месяцев прошло, мы живем, я и моя жена, мы молодые были, совершенно молодые, и живем, и мама наша, которая умирает. Моя жена, которой было тогда 19 лет, еще не исполнилось, она помогает ухаживать за моей мамой. Она сама еще девчонка такая, она сама еще ребенок, можно сказать. А это для нее, в общем-то, ну, все равно как чужая женщина, больная. Знаете, когда я видел, как она за ней ухаживала, как она только по одному вздоху бежала к ней в ее комнату, с того времени у меня определенное отношение стало к моей жене. Она мою маму, как свою, с любовью воспринимала и ухаживала до последнего ее вздоха. Мама умирает, папа на нелегальном положении. Это было 13 февраля 80-го года. Папе известили, ждали даже, тут 3 или 4 дня не хоронили маму, правда, мороз сильный был, потом уже спадал мороз, и ждали, что он как-то подъедет, но никому не говорили, он на нелегальном. Когда на похороны, было даже 2 духовых оркестра, один с Мерефы приехал, один, по-моему, с Курска, сейчас нет, с Бреста, и 2 духовых оркестра, так границ не было еще, столько народу съехалось из Сибири, из Средней Азии, маму очень многие знали, съехалось много людей. Вокруг все было оцеплено милицией. На всех домах, на вышках. Рядом с нами был хлебозавод, там высотное здание такое. Там... И оттуда следили. И потом нам уже через много лет эти люди, которые следили, уже я на пенсию, водили нас с братом и показывали. Вот мы отсюда сидели здесь и следили через бинокли за вами. Придет ли отец ваш? И папа приходит на похороны. Подъезжает машина, он выходит, еще несколько братьев, толпа окружила сразу, и милиция не подойти. Но они же не будут от гроба оттаскивать. И вот он стоит и прощается со своей женой. Он даже не мог досмотреть ее, он не мог с ней быть последние минуты или часы, или дни ее жизни. Он не мог. Поднять можно это? Не знаю, кому как. Он плакал, стоял около гроба. Потом на похороны, на кладбище пошли, кладбище не так далеко, колонна, уже гроб был почти на кладбище, последние люди еще около дома стояли. Колонна во всю дорогу, очень много людей было. И вокруг все окружено милицией. Они не могли, конечно, это вообще на совесть потерять, брать его от гроба жены и арестовывать. Они ждали, пока похороним. Похоронили маму. Я не буду сейчас рассказывать, другой раз когда-нибудь, как мы увозили папу оттуда. Какая погоня страшная была. Одна машина... Я увозил, а мой брат сзади не давал им обогнать, по всей дороге вот так вот вилял. Ему увез его, было приготовлено место в другом городке, в поселке, и так мы увезли папу. Ну и вскоре его арестовали в 81-м году. 5 лет в Магадане. От Магадана еще выше Сусуман, если кто знает север, еще 700 километров. А дальше Северный полюс, вот там он находился, в ужасных условиях. У него открытая форма туберкулеза, он умирал. Он писал нам письма, они у нас хранятся. «Прощайте, дети, встретимся у ног Христа. Мы никогда на земле не увидимся». Он умирал настолько, что его однажды посмотрели, он мертвый, и отвезли в морг, в тюремный. А он ожил. А он не умерший был. Исполняется Писание, нас почитают мертвыми, но вот мы живы. В 83-84 году его увезли в морг. Он умер в 2012-м. Это не чудеса? Все, которые его осуждали, которые его пытались схоронить и добить, они все умерли. Они все умерли. Однажды ему ставили такие уколы, после которых люди не живут. Раз укол, второй раз, он терял сознание, падал. Прошло много лет. Уже в 2000-х годах, незадолго до смерти папины, 2010 или 2008 год, я 2009, не помню, он получает письмо. И пишет ему одна женщина. «Дмитрий Васильевич, я с трудом нашла ваш адрес через верующих кого-то. Я тот врач, который ставил вам уколы. Я старая женщина, я умираю. Я ввела, мне заставили ввести такую дозу, от которой вы должны умереть в течение часа. Вы не умерли. Меня стали обвинять, что я неправильно делаю.
Привели второго врача, она следила. Я двойную дозу дала, от которой еще шприц не вытаскиваешь, человек умирает. И вы живы. Вас увезли в морг, а вы живы. И я узнала недавно, что вы все еще живы. Я хочу вам сказать, простите меня, Христа ради, мне уходить надо, как мне страшно умирать. Она намного моложе была его, она молодая была тогда. И уже она старенькая. Вот мы живы, это не чудеса. И она пишет, что это невероятно, не может человек жить от такой дозы, такого сильного смертельного укола. Сколько он еще жил после этого? Это чудеса Божьи. Я несколько просто приведу примеров. Здесь вот рассказывали про чудеса, про вот эти пути Господни. Вы знаете, друзья, что однажды ехали, везли литературу, полная машина загружена литературой. Впереди машины едут, мигают. Помните, по России там везде мигают. Ну, значит, полиция стоит. Ну, что-то сильно уж мигают так. Приостанавливаемся, одна машина приостанавливается, встречная. А что такое? А говорит, там на посту, говорит, облава, проверка такая, всех проверяют, машины все вытаскивают, все у людей высаживают. Если что, у вас осторожны будьте. Ну, мы думаем, сейчас развернуться или что. А машина тук-тук-тук и заглохла. Смотрим, бензин кончился. Не досмотрели. Потому что после поста мы знали, что там дальше есть, думали, дотянем до туда, там заправка. И бензин кончился. Даже развернут, сейчас поедут, позвонят в полицию, скажут, там машина стоит, вот 2 километра от поста что-то стоит. Там они сразу подъедут сюда. Что делать? Молиться начали. Вдруг смотрим, объезжает машина. Темно, вечером, поздно. Подъезжает вот так, впереди остановился, смотрим, этот, как мы назвали, Бобик, УАЗик, милицейский. Выходит, что у вас случилось? Да вот бензин кончился, они рассчитали, не дотянули. А куда вам? Ну, нам туда, туда, там где-то в Курской области, по-моему, или Брянской, я не помню. Вот. Трос есть, веревка есть. Они нас зацепляют и везут. Мимо поста, на посту им милиция машет, они же свои, милиция тоже. Помахали, кто? Да, это наши, там, тянем свои. Ну, давайте, счастливо. И мы даже не остановились на посту. Это что, не чудеса? Можно ругать водителя, что он не заправил, а Бог не дал ему заправить машину. А это разве не чудеса, чему я сам свидетель и знаю хорошо этих людей? Они давно уже у Господа, я верю, что они только у Господа. Старые-старые люди, пара, муж с женой, финны, они знаете, что делали? Они по возможности по 2, по 3, по 4 Библии привозили в Ленинград через границу, ехали город посмотреть, и где-то в карманах, там где-то в машину спрятан на своем грузовичке. Они эти Библии закупали за свои деньги, еще одна пара пожилых людей, их друзья. Вот вчетвером они молились, молились, и все это годами возили. По несколько Библий, по 2, по 3. Ну, 2-3 можно как-то провести, там, спрятать куда-то в одежду. Там. И однажды, говорит, нам такое, Бог ложит на сердце, загрузить полный грузовик и не прятать ничего, и ехать через границу. Бог такую веру нам дал, говорит. Я сам свидетель, я их слушал, я разгружал эту машину. Я знаю это. Мы там жили же недалеко, мы этим занимались. И что они делают? Они объявляют пост, я не помню, сколько дней, со второй парой этой. Четверо их постятся и молятся. Загрузили огромное количество, там тысячи Библий, и везут прямо через границу. Финны не проверяют, когда они выезжают, свои поехали. Подъезжают, русская тут граница российская. Подъезжают, смотрят, там какие-то освещения стоят, там столько народу, какие-то важные люди в штатском такие ходят, и пограничники большие там, с большими звездами офицеры. Что такое? Ну, сразу, говорит, первое, что у нас было в мыслях, нас предали, и нас сейчас будут обыскивать или арестуют уже. И что делать? Они подъезжают уже, готовы были, подходит главный к ним, говорит, уважаемые, я хочу вас поздравить. А там телевидение снимает даже все. Вы миллионная машина, которая проходит через границу. Мы вам дарим подарок памятный. Дарят старичку часы, бабушке там тоже что-то. Какую-то коробку конфет еще. Промерять вас не будем. Удачи вам. Хорошо вам отдохнуть в России. И машина без проверки проходит и провозит тысячи Библии. Это что, не чудеса? Наш Бог, братья и сестры, это Бог чудес. Сколько хотели забрать детей? Нас тоже хотели забрать. Мы когда-то целый учебный год не ходили в школу. Нас детей вот взяли по разным семьям, развезли. Я помню, где-то Миргород какой-то там на Украине, поселок был, хутор, мы там находились. Потому что приходили забирать детей. Они потом говорили, что нашим отцам в тюрьмах, что ваших детей мы сделаем атеистами, и они будут против вас воевать потом. Они возненавидят вас и вашу веру.
Это не чудеса, что сегодня дети узников, почти всех узников, дети почти у каждого служители в церкви, не просто верующие, служители церкви. Посмотрите на фамилии. Почти везде. Это не чудеса. Они хотели нас умертвить. Они хотели души наши загубить. Они хотели нас атеистами сделать. А сделали нас служителями Господними. Братья и сестры, вот так чуден Бог. И сегодня он спрашивает, а ты хочешь быть здоров? Да я вроде здоров. Нет, Господь знает, что спрашивает. Если он спрашивает, он знает, что он спрашивает. Он спрашивает, с тобой все в порядке? Хочешь, я помогу тебе? Братья и сестры, если у кого-то сегодня есть проблема, если кто-то сегодня нуждается в Господе, то Господь сегодня в празднике, знаете, мы все дарим друг другу подарки в праздничные дни. Господь готов приготовить подарок для тебя, для меня. Если у тебя проблема духовная какая-то, если у тебя сердце не свободно от чего-то, если ты томишься, и праздничного настроения-то нет, находясь среди празднующих, ты печален и уныл, то я хочу тебя посоветовать. Сегодня в праздничные дни Бог, как самый лучший подарок, дает тебе дар спасения. Возвращает тебе то, что ты, может быть, потерял, оставил, забыл, уронил, предал. Господь говорит, ты хочешь быть здоров? Я не имею человека, Господь говорит, тебе человек не поможет. У тебя есть я, Господь, встань и иди, скажет тебе. А он скажет такие слова тебе, встань и иди. Когда ты в Доме Божьем, самое лучшее место, преклонишься пред Ним и помолишься Ему молитвой покаяния. И Он скажет, встань, иди в дом твой, прощенный и обновленный Господом. Бог продолжает совершать чудеса сегодня. Гонений нет, а чудеса Божьи совершаются. Сегодня грешники обращаются к Богу. Сегодня потерянные блудные сыновья и дочеря приходят ко Христу. Сегодня время спасения, время благоприятное. Поэтому, знаете, хочу вам всем пожелать, братья и сестры, если у вас есть сегодня какая-то тяжесть на душе. Самое лучшее ее снять и оставить здесь. Господь потом все приберет в доме своем. Здесь не останется ничего греховного, что вы здесь оставите. Бог все уберет потом, даже невидимое. Но здесь самое лучшее место, потому что за вас помолятся люди Божьи, Церковь Христова. А потом когда-то, освященные Богом, обновленные, очищенные, вы помолитесь за кого-то в этом же доме, которые, как вы, придут, может, это ваши дети будут, склонятся пред Богом, и вы за них помолитесь. А сегодня помолитесь, и Господь явит свою милость. Да благословит вас Господь. Аминь. Я был подростком, не помню, сколько мне лет было, папу арестовали, и я не поэт, но взял и написал стих, не знаю почему. И я его потом забрали, все это, знаете, как при обысках все забирали, но я его почему-то запомнил. Осень, дует сильно ветры, пасмурно на улице, темно. Все мы ждали, о, когда же папа постучит к нам ласково в окно. Ждали, когда он зайдет и скажет, здравствуйте, детишки, вот и я пришел. И обнявши, рядышком посадит и прочтет какой-нибудь псалом. А потом предложит спеть всем вместе гимн, который сильно так любил, и склонившись вместе на колени, мы Христа в молитве пригласим. Но напрасны были ожидания. Не вернулся папочка в свой дом. Он пошел опять страдать за правду этим узким истинным путем. Скучно сразу стало в нашем доме, а на сердце тягостно, темно. Может, больше он и не вернется, и не постучит он к нам в окно. Папа наш не первый раз страдает, и не первый раз он в бой идет. Очень редко дома он бывает. Он евангельскую истину несет. И за это, за скитание, за страдание его Бог вознаградит венцом. Там уж будем все навеки вместе петь победы радостный псалом. Аминь. Геннадий Константинович очень любил петь. У него прекрасный был голос. Он был регентом, он на пианино, на физгармонии умел хорошо играть. И когда мне приходилось бывать с ним в поездках или там, где он жил, мы с ним пели. Вы представляете, я с ним пел. Но я сейчас без него спою ту песню, которую мы пели с ним вдвоем, и он очень любил эту песню. Боже мой,
тебя не скрыты мои тайны, и все муки сердца знаешь ты, как стрела греха наносит раны, знаешь ты. Стрела греха наносит раны, знаешь ты, знаешь ты, знаешь ты, что я часто так изнемогаю. Хочу я честно жизнь прожить, лишь идти покорно за тобою, свято жить, свято жить, свято жить. На кресте умер ты за нас, кровь проливая. Ты заступником стал и моим. Ты молился любовью, умирая. Простим, простим. Знаю я, что спасенных и омытых кровью отдых ждет от тяжкого пути. И когда в дороге упаду я, мне прости. Когда в дороге упаду я, мне прости, мне прости. Небеса ожидает, Бог любящий сильный.
душ чисто Господь.